Інна Сячко, керівник та засновник творчої студії для дітей і дорослих «Зелене сонце». Впевнена, що малювати можуть всі. Варто лише захотіти. Зараз будемо перевіряти, так? Доброго ранку. Я можу сказати, що я хочу, напевно, від початку свого народження, але ніколи цього не вміла робити. І що говорити, ОМ, образотворче мистецтво, було не самим моїм улюбленим, не найулюбленішим предметом у школі. А зараз буде улюбленішим. Так. Будеш жалкуватись, Михайло. Так. Ну, будемо вчити, будемо розмовляти з вами, говорити про ваше зелене сонце, про вашу студію. Я знаю, що у вас багато роботи, ви багато чим займаєтесь, розмальовуєте будинки, розмальовуєте зупинки. Розказуйте нам про це. Наша студия, это, в общем-то, студия не изобразительного искусства в чистом виде, а у нас творческая студия. Так. И приходят туда и взрослые, и дети, семьи приходят, папы, мамы с детьми, с сыновьями, с дочками. Ну, начиналось все с того, что детям, как правило, в школе дают задание, сделайте какую-нибудь поделку из природного материала, нарисуйте какую-нибудь картинку с родителями к какому-то празднику. Это еще мне как раз скоро будет. Да-да-да. И родители реагируют так же, как и вы. Что ж робити? Что делать, да. И начинались сразу звонки. Помогай, help. Вот. И дети приходили, мы иногда с детьми, иногда с родителями вместе делали что-то, выполняли эти школьные задания. А потом родителям понравилось. Особенно понравилась техника декупаж. Сейчас очень модная такая техника. И поняли, что можно какой-нибудь предмет, который уже потерял свой вид, особенно елочные игрушки старые какие-то, да, выбросить жалко, потому что это какая-то память. Да. А обновить можно, декорировать, особенно если это делаешь своими руками, потом можно похвастать, это я сама сделала. Вот и все. Детям это очень нравится, и взрослым. Ну, так начали декупаж. Потом бывают такие ситуации в школе часто. Ребенок, там мама одела и папа к школе, ребенок ручку положил в карман, в брюки, в джинсики в новые или в курточку, и ручка потекла. Пятно. Курточка, ну, как все вещи, не дешевая. Выбросить жалко, отстирать невозможно. И даже была такая ситуация, когда мама говорит, ну, джинсам, ну, неделя. И уже вот такое пятно, да, от пасты. Да, что, да, делать? Будто, да, и знаете, вот в старом фильме «Золушка» был такой придворный преподаватель танцев. И когда король, да, все время в панику впадал и говорил, боже, что делать, что делать? Он, как что, танцевать? Так в нашей студии получается, что бы ни случилось, что делать? Рисовать. И мы брали вот эти джинсики испорченные, брали краску по ткани. Слава богу, сейчас для художников рай. Заходишь в магазин для творчества, все. И продавцы такие, что могут посоветовать, если чего-то не знаешь. Вот мы брали краску по ткани, с детьми, там, со взрослыми садились, и поверх этого пятна рисовали что-то красивое, модное. Ну, в соответствии, девочкам, конечно, розовые цветочки, мальчикам каких-нибудь там спайдерменов. Машинки. Вот, машинки, да. И потом мама говорила, если раньше он просто по школе ходил, то теперь ходит так боком вперед. Да, вот эти боком, да, где джинсы расписаны. Еще, говорит, спрашивают, а где ты такие купил? Вот. Поэтому можно, в принципе, спасти любую вещь, обновить любую вещь, рюкзачок расписать, обувь, одежду. Да? Да. От говори зараз популярно серед дівчат сумки розмальовувати. Це ж таки, знаєте, пік моди. Ти ж ходять, хизуються і показують, яка в мене сумка. Мене такого ще немає. Треба робити. Да, да. Любий браслет, любий кулончик дерев'яний, там, да, можна своїми руками розписати, а потім його навіть знімати не хочеться, тому що це предмет гордості. От ви казали, що навчитися малювати може будь-яка людина. І взагалі, що малювати вміє будь-яка людина. Чи це має бути талант? Розумієте, для мене завжди художники були якимись інопланетними мешканцями, тому що передати те, що ти бачиш, це просто дивовижний талант. Я вважаю, що навчитися цьому неможливо. Тобто це міф чи правда, чи я не права? Ну, знаєте, чи треба хист мати? Знаєте, мені кажется, що рисування можна сравнити з танцями. Вот сказать, что танцевать умеют все, да? Смотря, да, смотря как танцевать. Поэтому, если говорить там о высоком уровне, то этому, наверное, нужно учиться. А если, вот, наверняка, вы, как мы, как с вами женщины, можем друг друга понять. Бывает так, хорошее настроение, дома никого нет, никто не смотрит, включая музыку и танцуем.
Для себя, для души. То есть, не бачив, это мы так само выражаемся. И вот я думаю, что рисование – это тоже самовыражение. И вспомните наши школьные тетрадки, особенно последние классы. Всегда какие-то там узорчики, каляки на полях с обратной стороны на последних листочках. Это и есть самовыражение. Вот если рядышком будет человек, который подскажет, как вот эти узоры, каляки дальше оформить, они могут превратиться в произведение искусства. Шкода, що тільки вчителі не завжди оцінювали. Не оцінювали. Це самовираження. Да, ругали всі, да, точно. З чого розпочинати? Новачкам яка техніка найкраща? Олівцем по папіру чи, може, фарбами акварельними? От яка техніка? З чого треба розпочинати? Мабуть, так. Ви знаєте, все дуже індивідуально. Есть люди, которые вот с детства мечтали красками попробовать, но страшно было. Либо не было красок, либо не было времени, потому что нужно было ходить там на бокс или на арфу. Вот поэтому, когда к нам приходят дети или взрослые, я, как правило, если первый раз приходят, я ставлю коробку с фломастерами, с карандашами, акварель, гуашь. Я говорю, ну, с чего начнем? И человек, как правило, сам интуитивно тянется. Там, а можно? Можно я так, да? Кто-то только ручкой, кто-то только карандашом, а потом со временем знакомиться, да, с разными техниками. Поэтому тут кто как захочет. Безумовно, вы пришли не с порожними руками. Розказуйте і показуйте нам, чому будете нас навчати і що принесли сьогодні з собою. Я би хотіла показати маленький примір того, як чоловік за год може вирости, ну, будем громко говорить, как художник, да, как рисовальщик. Вот пришла девушка в студию, говорит, мне бы очень хотелось, но я очень человек занятой, я преподаватель, я все время с детьми, я все время работаю. Я говорю, порисуем. Вот, и человек так робко, вначале карандашиком, потом гелевой ручкой, ну, такой вот обычный, как наши школьники пишут. Потом начали добавлять туда цветные карандаши. И вот обычные наши карандаши школьные, да, детские, ну, конечно, карандаши покупаем хорошие, потому что есть карандаши, которые плохо рисуют, твердые, и они отбивают охоту рисовать. А если человеку сразу даешь в руки хорошие карандаши, он начинает рисовать и так удивляется, о, как интересно, да, у меня в детстве такого не было. Да. И вот так мы рисуем на небольших листиках бумаги, и потом, когда получается действительно что-то интересное, сейчас, когда очень много сканеров, лазерной печати, можно делать самому небольшие открытки из своих рисунков. Получаются действительно замечательные вещи. И вот девушка наша пришла, порисовала, и получилась замечательная открытка. Мы ее сосканировали, отпечатали. Вот такая открытка. Да, теперь у нас участвует в акции «Помощь деткам», благотворительная акция. Вот эти открытки покупают, деньги все идут на помощь детям. Это рисовал человек, который, ну, можно сказать, активно рисует один год. И сейчас очень даже сам удивляется, да, что может так рисовать. Вот поэтому из любого маленького клочка бумаги, который как бы может остаться от какого-то рукоделия, да, вот просто маленькие такие мини-открыточки. Да. И приятно, что зробила своими руками. Да, так? Да. И, как правило, вот такие маленькие сувениры. Это так уж відсканована уже, так? Нет, это нарисовано. А, это намалювано. Это нарисовано. Слухайте, як круто. Боже мій, це ювелірна робота. Слухайте, це ювелірна робота. Вот таку відкриточку може нарисувати любой хороший человек, который з'явив желання взяти руки кисточку. Тільки хороша людина, я не дуже гарна людина. Хороша людина може малювати. Єдине, що я можу малювати за своє життя, це Великодню Пасху. Все, більше нічого. Ти як з дитинства навчилась. А я крашенки собі. Це теж іскусство. Ну, така вона моя трішки недолуга. А ще я любила капітошку малювати. Кругленький, різнокольоровий. Ну що, я думаю, що ми помалюємо з вами сьогодні трохи, так? Конечно. Так, давайте. Я вам предлагаю сегодня осеннюю тематику. Вот смотрите, такие замечательные осенние цветочки рисуют и взрослые, и дети. Сколько часу потрібно, чтобы намалювати такие? 15 минут. Это с просушкой. Это с просушкой. Без просушки еще меньше. Вот такие замечательные работы, акварельные. Да? Ну, можно рисовать. Я вам предлагаю сейчас нарисовать такую картинку себе на память о нашей сегодняшней встрече. Ой, было бы непогано, безумно. Да. Ну, смотрите, что мы с вами делаем. Мы с вами берем листочек бумаги и
закрепляем его, я просто заранее уже закрепила, чтобы мы не тратили на это наше время, и закрепляем его на кусочке какого-то картона, на пластике, все, что у нас есть. Вот у нас есть бумага. Давай, есть акварельные краски. Ты приела нам чистить. Давай. Есть акварельные краски. Так, лишнее уберем, чтобы мы не забрызгали. Есть стаканчик с водой. Ну, важные салфетки нам понадобятся. И обычные вот такие гелевые ручки. Я сяду к вам поближе. Ну-ну. Я зарей их навалю. Ну, что мы делаем? Окунаем кисточку в воду. Вот так, да. Смочить и подливать? Да, и обязательно смачиваем полностью весь наш листик. Пожалуйста. Так, и це акварельна краска, фарба, то вона полюбляє воду, так? Я не знаю, для чого це. Це, мабуть, щоб фарба розпливалась. Щоб вона розтікалась, так. Да. Нам понадобятся такі красиві безформені п'ятна, які ми зробимо цвіточки. Да, да. Це буде занадто. Да, кість эту ми з вами поки відкладаємо. Тепер беремо салфеточку і лишню водичку, яка там може бути. Я так старалась, побільше водички, її треба забрати. Тепер, так, да, тепер ми беремо кісточку, знову смачуємо і беремо якусь краску ярку. Ну, якщо червоний, зелений, жовтий. Да, красний, красний, візьмемо, мабуть, жовтий, оранжевий. Набираємо побільше краски. И вот как мы цветочки рисуем? Ну, как дети ты рисуют, да? Ну, так. Рисуем. Ну-ка, пробуйте. Ну, пару красненьких нарисуем, наверное. Какой-нибудь желтый или оранжевый. Ой, мы квиточки все шумы. Какой цвет у вас ассоциируется с осенью? Давай еще, может, помаранжевый. Вытираем кисточку. Да, промакиваем так. И теперь... какой-то оранжевый, да, желтый. Точно какой хочется. Давайте, ну, давайте желтый. Давайте желтый. Чтобы контраст який. Хорошо. Побольше краски набираем. Ну, я, мабуть, уже багато набрала. Побольше не жалейте. Можно ж такий малювати? Конечно, конечно. Давайте я вам тоже помогу. Мы будем вместе. Давайте так, швидше буде. Моя робота тоді дорожче буде коштувати. Конечно. Настанет время, ви будете гордитися собою. Що це твоя перша робота, яка була виконана, так? Так, ще разом із майстром, то що? Ну, ти ставим такі пятнышки, рисуємо цветочки. Ну, цветочки вміють рисувати всі дівчатки, навіть мальчики. Це вже перевірено. От після цієї фрази мені здається, що я хлопчик. Так, є. Ну, тепер смотрите, візьмемо якийсь зелений цвіт і немножечко його змішаємо з всім, що у нас тут є на палітрі. Щоб він не був, ну, просто совсем уж зеленым, потому что осенью все-таки зелень у нас такая более вялая, да? И берем кисточку и ставим здесь цветные пятнышки. Тут у нас будут листики. Я думала, что там какая-то, знаете, все так складно, руки будут трястись. Почекай, а дуже складно, я тебе кажу, складно. Ох, надо было мне так. Самое главное в творчестве, в рукоделии, да, это даже не сколько готовый продукт, сколько удовольствия, сам которое процес, ты получаешь. Коли робиш, да, коли у тебе є бажання. Я сьогодні прийду додому з дитини, буду так малювати. А бумага також потрібна спеціальна, так? В принципі, бумага вот така акварельна, вона відрізняється від звичайної, ну, офісної бумаги, скажімо так. Вона більш плотна і чуть-чуть дольше держить воду. Но якщо з ребенком рисувати, достатньо альбомного листочка. Там теж доволі неплоха бумага. Це нам залишилось, ще обвести лише да, ручку. Але відставляємо, да, відставляємо вот таку штучку. Можна посушити феном, якщо ми з ребенком працюємо, хочемо побыстрее. А вот, а я уже приготовила такую же штучку, точно такую, да. А, еще знаете, что можно здесь? Можно сделать... серединку. Да, а, воно у нас Ірина зробила. Ні, я буду демонструвати те, що ви робите. Давай, малюй, у нас мало часу. Так, теперь берем ручку, да, да, и обводим вот эти буду цветочки. Сушити. Все равно как. От как ми її. Тобто зараз ми надаємо вже таку, ну, форму, структуру, да, вже, так? Ну, от, вимальовується. От тепер у нас вже квіти точно вимальовуються. Так, Олена, слідкуй хоч трішечки за майстром. Я творча людина, вже пішла в процес творіння. Так. А, серединку також? Звісно. Серединку обрисовуємо і ділимо наш цвіток на воображаємо лепістки. Угу. Бачите, як материнка вже заздрить трошки. Я заздрю. А потом... Заздрю білою, да, заздрістю, так. І листики. Добавим листики. Угу. Всі наші п'ятнышки, вони... Можно в них увидеть, пофантазировать, да, можно увидеть листики. Если мы не видим этот листок, мы просто рисуем, да. Так.
Какие-то листики можно сделать более такими линиями жирними. Я патологічно дивилась, як малюють люди. Так мені подобається слідкувати за цим процесом. А ще й коли виходить у майстра. Олена ще поки новачок. Я також вже майстер. Ти новачок. Мене воно 4 листочки. Зараз ми покажемо телеглядачам. Новачок, ти ще майстер. Так, ну, ні, ну, от класно. Любиш ти мене, га? О, Боже, не малювати ще більше. Так, ну, давайте покажемо, що у нас вийшло. Подивіться, і 15 хвилин не минуло, да, маємо стільки хвилин 7, а ось такий малюнок. Уже вже видно, що квіти, видно, що осіння тематика і гарна пані. Слухайте, ну, клас. Нам, ну, клас, супер. Якщо рисувати в каких-то блокнотах, да, такі картинки, вони залишаються собі на пам'ять. Якщо рисувати на листочках... Боже, як не намальовані, а ще це. Да, то вже п'ятнишки такі акварельні. Якщо рисувати на листочках, то їх можна дарити такі роботи, як відкритки. І можна заготовити таких штук 10 листочків, пусть вони лежать, як є настроєння, там, вечором, наприклад, чашечка чаю. Довгі, да, ось нічим себе зайняти довгими осінніми вечорами. Чашка кави, чаю, малюйте з коханими, малюйте з дітьми. Отож, маєте сьогодні купити акварель, маєте сьогодні обов'язково придбати гелеву ручку і пробуйте. От на власні очі ми переконалися, що якщо пробуєш, обов'язково все може бути вдасться. Головне бажання, ну і такий помилки майстер поруч. Дякуємо вам, дякую, що до нас завітали. Ну що, надихайтесь, ми надихнулися, і ми хочемо привітати вас прийдешнім святом, Днем художника. Ви талановиті. От для мене завжди художники це були найталановитіші люди. Я це зараз кажу абсолютно відверто, тому що, ну, дійсно, передати те, що ти бачиш, і якщо це стосується портрета, це просто щось дивовижне. Або дякую, навіть задекорувати гарно. Також, ну, просто. Інна Сичко була у нас, керівник студії «Зелене сонце».